Небольшой видеообзор на макбуки, которые сейчас просто разрывают авито. По лучшей цене можете заказать у нас. По характеристикам у них идет 2 гигабайта оперативки, Core 2 Duo, 2,4 гигагерц, NVIDIA GeForce 320M. Бывает 3 гига оперативки на некоторых, но мы их не отсортируем. Если вам попадется с 3 гигами, это будет лишь для вас бонусом. Хранилище у них идет 250 гигабайт, но также бывают варианты, попадаются с 320 гигов. Также, если вам такой попадется, это будет для вас только бонусом. Характеристики 250 и 2 гигабайта оперативки. 2010 год, производство у него 2011 года. По батарейке, то есть батарея идет, можно сказать, новая, то есть там 95% здоровья у них идет от 1 до 120 циклов перезарядки. То есть в данном ноутбуке 44 идет. Открывает в целом все быстро, работает достаточно быстро для этих характеристик, прям вообще в идеале. Также к нему идет новое зарядное устройство в комплекте. Коробки нет. Комплект, ноутбук и зарядник. По внешнему виду. То есть есть какие-то маленькие царапки, но их вот прям даже не видно. То есть они есть, но то, что он белый, их как бы видно, если присматриваться. Но так они идут, можно сказать, в идеальном состоянии. Яблоко горит сзади. Вот здесь вот на камере можно увидеть, что небольшие царапки присутствуют. Но если в целом смотреть, то их незаметно. Вот был бы он черный, вообще бы ничего видно не было. Работает достаточно быстро, окна все открывает отлично. Вот. По заказу пишите.